Всем, ребята, с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем J-Lo «Рапсодия минувших дней». Что-то J-Lo тянет на всякие рапсодии, да, мы смотрим. Окей, интересно, допустим. Небольшая епишечка. Как заявляет сам исполнитель макси-сингл, мне это не особо волнует, я считаю, как бы три трека — это уже полноценная епишка, и не знаю, короче, вся вот эта фигня с макси-синглами, макси-сингл — это два трека, ну, хз, короче. Неважно, будем считать за эпишку. Напоминаю, что чтобы полностью добавить эпишку, вот плюс, да, тут убрать, мы должны все три трека добавить, что на самом деле тяжело, но посмотрим. Короче, J-Lo последним альбомом начал год, да, очень крепко, очень круто. Этот альбом у нас добавлен в лучшие альбомы года, да, действительно хороший альбом. И вот выпускается эпишечка. Что это будет? Что-то новое или что-то старое, хорошо сделанное? Вообще хуй его знает. Вот. Итак, если что, в телеграм-канале у нас, конечно же, была голосовалка по поводу альбомов, и этот альбом занял второе место, да, набрав 29%. Жестко. Если вы хотите видеть чаще J-Lo на канале, то ссылочка в описании на телеграм, голосуйте, как только у него выходит релиз, но и в целом за любимых артистов голосуйте. И не забывайте про Twitch, мы с ребятами на Твиче общаемся, слушаем музыку, ну и плюс ко всему тут прогнозы, вот такие, да. Венсук поймал кэф, чекайте. Какой трек лучше, по моему мнению, вот так вот это все выглядит. Сейчас посмотрим. Ребята, все, привет я всем. Всем привет, ребята. Всем, ребята, я понял. Хорошо. Итак, давай смотреть, что это такое. Ну, мне на самом деле очень интересно, в первую очередь, вообще, что за звук. Ну, потому что я хз. Вот. Небольшой релиз перед сольными концертами про минувшие дни. Продолжение развития идеи звука. С моего недавнего альбома «Киберрок. Рапсодия. Волум 1». В релизе смешиваю поджанры рока, электронично, местами меняется ритм на 3/4 и пробую себя в более мягком исполнении. Хорошо, то есть это, по сути, продолжение альбома, да, такое небольшое, три трека, где будут, небольшие эксперименты со звуком, но при этом все это будет в одной теме вариться. Окей, интересно, надеюсь, это будет хорошо. Первый трек — «Искусство». Здорово, Гвест. Так, J-Lo и Ли Шеф. А как давно втрехарится данный молодой человек? Ну ладно. Слушаем. Очень крутая рисунка. Крутой трек, слушайте. Очень крутой трек. Я пока, пожалуй, пока что сниму, блять, то я не знаю. Я сейчас пойду, наверное, умоюсь. Короче, особо что-то нового я здесь не вижу. Все то же самое, крепко сделанное, с хорошей структурой. Очень крутой, как будто запоминающийся припев. В куплете есть пару прикольных моментов. Такие, вот это, типа вот этот.
Да, круто меняется. Бридж. То есть, бля, все на своих местах, все очень круто сделано. То есть, ну, типа, я хз, до чего доебаться здесь. Душно, пора бы в комнату перенести. А, душ? Нет, душ не надо. Короче, как-то так. Хороший, крепкий трек. Вот реально. О, Тянка, привет. То же самое, это то, что ты скамишь каждый стрим. Я не скамил никогда, никогда вообще. Ну, никогда. Следующий трек, но я сейчас отойду на минутку. Идем дальше. Первый трек был очень крепкий. Жир вытекает. Так ты штаны сними. Бля, кстати, я могу это реально сделать без проблем. Вы же все равно не видите, в чем проблема. Я задумаюсь. Слушаем. В последний раз. Очень прикольное название, то, что тут еще типа смайлик сделали. Круто. Первый трек охуенный. Он будет после эпишки, ребят. Нет, очень сойдет. Да, очень все было. Были, да, подобные треки на Питерроке? Лучше, это трек лучше. Это дети, мне это лучше вообще. Люблю, когда он уходит от привычного дисторта этого и громкого голоса. Бля, я говорил, короче, на вот реакции на этом альбоме, какие-то треки были, я уже не помню какие, какие-то из последних, что, бля, у него вообще, бля, есть ёбнутая вещь, что он может читать, как в припеве он это делает, как он это делает в куплете, а может, как в этом бридже. Где? Ой, в этом припеве. Он может вот этим уникальным стилем такие контрасты ёбнутые создавать, и вообще ёбнутые композиции, играющие, блядь. Может, такие контрасты делать, которые будут ёбнутые мурашки вызывать, и вроде на Киберроке даже такие композиции были. Так что, бля, вот он это юзает, это очень круто, что он не забывает про свою вот эту фишку. И в данном случае это было очень актуальное развитие для трека, бля, который, бля, охуенный. Чувствуется, как такой прям задроченный рок. Ну вот, блядь, да. Круто. Круто, Джей Ло, бля, мастер своего стиля. Это разъёб. Охуенный трек. Да, трек второй лучше, чем первый. Оба хороши. Не скажу, что второй прям гораздо лучше, но у него более крутое развитие. Он в целом интереснее звучит. Но оба хороши. Каждой ночью. Ли Шеф опять. Слушаем. И с каждой ночью становится тяжелее. Горят воспоминания наши бывшие дни. Я помню прекрасное время. Он хочет сделать трек с основой на этом, да? Что не заметил жизнь, бежал от всех, но как я забежал.
в тупик, и даже на минуту я ночью не забуду. Яркий свет из окна на часах 5 утра, остановиться пора. В голове голосом передо мною тучи снова, собраны из наших историй. Стальной ночью становится тяжелее, горят воспоминания наших бывших. Я помню прекрасное время, мы с тобою погасли, как огни. Стальной ночью становится тяжелее, горят воспоминания наших домой сердца. Я помню прекрасное время, которым был я с тобою и для тебя. Тоже крутой трек. Пишка добавляется, ребят, стоп вопрос. Так, вот только один вопрос, подождите. Есть ощущение, что вот тут начали какая-то хуйня. Без каждой ночи Что это, подожди. Без каждой ночи. Хуй знает. Ну ладно, окей. Самый легкий трачок, но при этом свежий какой-то. Блядь, так он очень свежий, потому что Джейло такое не делает. ХЗ бойстрек. Ну реально. Ну, допустим, мы добавили эпишку, но я не знаю, какой лучший трек. Наверное, второй. А я за Джейло вообще не шарю, брат. Ну смотри, вот как бы основное, что он делает, это вот этот трек. Добавим в плейлист второй и третий, несмотря на то, что это эпишка из трех треков, в которую, ну, нельзя добавлять, как бы, блядь, два трека из трех, это, как бы, ну, не очень. Но просто эти треки слишком разные, поэтому я считаю, почему нет. Да, вы со мной согласны, второй и третий мы добавляем. Иногда есть моменты, где слышишь, что именно в таком формате не слишком много работает, но харизма очень милая и нежная, очень чувственная. Бля, базар, вот Финкун базу написал полную, да. И знаете, трек третий очень интересный для Джело, очень прикольный. Будет интересно увидеть развитие вот подобной истории. Но сам по себе в трек второй интереснее, мне кажется, как трек. Может, третий у вас вайб, да, но мне ближе второй, поэтому двойка выигрывает. Но треки очень разные, я готов оба добавить в плейлист. Вы согласны? Не-не-не-не-не, выигрывает двойка, ребят. Второй точно пиздача для меня лично. Давайте добавим второй и третий, наверное. Потому что они разные и оба очень хорошо сделаны. Респект. Респект. Третий трек чем-то напоминает «Одинокая звезда», last track. А, вот, что-то, да-да-да-да-да, какой-то такой трек был. Проходят о, наши да-да-да-да-да-да. Ускользают мечты. Я и думаю, был какой-то трек, где он прям что-то завязал такое вот на... Завязал вот эту свою милую харизму полностью.